Меня зовут Александр Яныч. Я работаю газосварщиком на заводе холодильников по производству бытовой техники. Я просыпаюсь рано утром, 4:55. Каждое утро у меня происходит одинаково. Умыться, собраться и на работу. А вот это мое рабочее место. Я здесь работаю. И так каждое утро. К обязанностям я приступаю в 6:45. Начинается смена. В мои обязанности входит пайка соединений. Ну и также я должен проконтролировать, чтобы соединения были качественно запаяны. В среднем, наверное, паяю, если так по 3 стыка паять, это больше тысячи соединений запаиваю. Главное, запаять герметично. По совету знакомых, я устроился на завод холодильник в далеком 1999 году. Сразу меня взяли слесарем МСР. Устанавливал компрессоры. Через 2 года я решил освоить новую специальность – газосварщика. Ну, газосварщик – это тот же пайщик, как у нас говорят на заводе холодильника. От качества моей работы зависит качество выпускаемой продукции. Чем качественнее я сделаю свою работу, тем дольше будет радовать потребителя выпускаемая наша продукция. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.